Впервые триколор был официально поднят над Белым домом в Москве ровно 25 лет назад. Родителям российского флага считают Петра I, который в 1705 году издал указ вывешивать красно-сине-белое полотно на судах. С тех пор триколор является символом страны. В Анапе праздничные мероприятия начались с самого утра. Специалисты Управления по делам молодежи провели на Театральной площади флешмоб. Волонтеры раздавали листовки с историей праздника. Работала студия «Аквагрима». Жители и гости курорта с удовольствием приняли участие в акции. Подрастающее поколение с интересом знакомилась с историей российского триколора, а старшая отмечала важность возрождения традиций. Старое поколение, которое привыкло к красному знамени, на параде Победы, оно присутствует, и нашим старикам это очень приятно. А то, что сменился на старинный наш российский флаг трехцветный, это прекрасно. То есть все возвратилось на круги своя. Также в честь праздника возле стелы воинской славы был выставлен пост. В течение нескольких часов волонтеры Центра патриотического воспитания «Ратмир» несли вахту памяти. Но основные события праздничного дня развернутся на Театральной площади вечером. Сегодня будут организованы тематические мероприятия. Сегодня наша Театральная площадь наполнится флагами. Будет развернут большой стяг. Этим будет заниматься непосредственно сама молодежь, потому что когда работаем мы с молодежью, это одно. Но когда молодежь сама работает и вовлекает себе подобных молодых людей в эту работу, это совсем другое.